Привет, други мои! Сейчас мы разберем быстренько мопедик. Посмотрим, что в нем надо купить. Закажем и займемся чем-нибудь другим. Привезли мне, в общем, не знаю, как оно вообще называется. В общем, вот. Это вот моя рука. Называется Джейланг. Не знаю. В общем, вот такой вот по локоть мопед. Мотор подзаклинив. Сейчас разберем, посмотрим. И решим, что с ним делать. Так, вот он заклинивший, у него не крутится ничего. Вот, надо понять, что заклинило. Я думаю, скорее всего, поршневая. Он типа заклинили грузы. Но сомневаюсь, что грузы заклинили. Вот. Сейчас я сниму глушак, наверное. И посмотрю туда внутрь, в поршневую. Скорее всего, она просто заклинила. Не, ну так. Поршневая чистая. Поршень здоровый так-то. Значит, посмотрим сцепление. Ну, что-то заклинившее. Так, в общем, скинул я мотор. Так будет проще. Посмотрим более детально, что в нем не так. Так, ну, поршень там ходит. Как бы все хорошо. Я думаю, вот здесь что-то. Я вот тут провернул назад. И она стала крутиться, эта штука. Вот здесь тоже, по-моему, не прижимается прокладка. Сейчас снимем сцепление и посмотрим, что там. Так, смотрим. Выглядит как-то печально. Перемолола пружину. Сломала. Что сломала, я не пойму. Колодка вот. Колодка цела. Ну, получается, тут три колодки должно быть. Но почему-то их только две. Видимо, одна была сломан, снят. Ездили на двух. Но отвалилась вот эта штука, попала сюда и все размолотило. Вот. В общем, надо сцепление. Будем искать сцепление. Вот таким макаром я его снял. Съемник для ротора пригодился. Может, треугольник-то и живой. Вот.
куда делась шпонка. Такое ощущение, что ее тут не было. Потому что он снялся, а нигде шпонки нету. Она явно не улетела бы никуда. Он был чисто на конус собран. Без шпонки. Так, ну что? У нас получается надо сцепление. Еще он жаловался, что сваливается крышка с карбюратора. Сейчас посмотрим крышку карбюратора. По поршневой, на первый взгляд. Если смотреть цилиндр, там все хорошо. Ну что-то хрустит заводилка. Компрессия-то адская просто. Ну, может, она от оборотов потом и не будет трещать, но лучше на это посмотреть. Поршневые-то у них, правда, там тоже кубов, я не знаю, сколько. 80-70. Но явно не 50. Ротор кривой. Ротор просто кривой. Вот тут дырка, вот. Он сосет мимо. А. Короче, его надо разбирать весь. По-другому не получится. Его надо половинить. И смотреть, что там трещит. Чему-то там кирдык. Двигатель просто замученный. Будем разбирать. Ну что, ребята, разбираем все, дефектуем и заказываем. По-другому я тут не вижу никаких вариантов, потому что мотор ушатанный в хлам, все кривое, все чечет, все сопливится, работать он толком не будет, он будет только орать и все, больше от него, наверное, толщины не будет, потому что дырки во все стороны. Везде все сосет. Колодки одной не было. Ротор бьет. Наверное, вибрация неимоверная была. Вот. И заднюю покрышку надо на него еще. Покрышка задняя. Тоже разорван. Ну вон, сосало мимо. Тут надо все. Вот эту фигню надо равнять, точить. Ну что, вон она дугой. О. Поровнять такое представить. Дугой, и тут, конечно, будет большой подсос воздуха. Такое ощущение, что какому-то подшипнику просто смерть.
Такой цилиндр, такая свечка. Поставим просто мощная. Я говорю, от кубов 80, наверное, поршень стоит. Кольца такие мощные. Ну, нормально еще, даже выноса нет. По кольцам ничего тут не скажешь. Поршневая хорошая. А вот то, что мотор сыт весь, это плохо. Это плохо. О, ну не закручен. И, конечно, от такой вибрации ротор кривой. Колодки одной не было. С чего он будет хорошо крутиться? С чего он не раскрутится? На, какой-то подшипник, наверное, вернув. Сейчас определимся, что нам надо. И будем писать хозяину, чтобы он раскошеливался. Оп. Оп. Клинуал хороший. Подшипники надо под замену. Какой-то из них хрустит. Прокладки тут нет никакой. Все сцало и срало мимо. Какой-то подшипник хрустел. В общем, сцепление, подшипники. Если есть прокладки, прокладки. Ну, карбюратор, крышка сваливается, тут что-нибудь придумаем. И покрышка. И покрышка. Ну, с мелким все, пока. Заказываем, ждем, собираем и видео продолжаем. Пока на этом все. Помощник. Куда ж без него?